Привет, я Ирина Невзорова, и вы на моем канале «Школа вязания». В этом видео я расскажу вам, как вяжется пышный столбик, и покажу. Сегодня будет пышный столбик из трех петель, из трех столбиков. Как мы это делаем? На крючке у нас петелька рабочая, мы делаем один накид. Далее в петлю нижнего ряда провязываем наш крючок, просовываем, вытаскиваем нить. Высоко поднимаем ее, вот так, до высоты крючка, вот такая. Далее делаем опять накид, еще раз в нижнюю петельку и опять вытаскиваем. Делаем третий накид, опять просовываем в эту же петельку и вытаскиваем петельку. Вот из трех петелек у нас получилось с тремя накидами. Не провязанные ниточки. Далее мы провязываем все вместе, все, что есть на крючке, мы провязываем и воздушной петелькой закрепляем. Вот такая воздушный у нас получился пышный столбик. Еще раз показываю. Делаем накид, петлю нижнего ряда, просовываем крючок, вытаскиваем нить и тянем ее наверх на высоту ряда. Опять делаем накид, можете поддерживать пальчиком, в этот же ряд, в эту же петельку мы вытаскиваем еще раз, тоже на высоту. Делаем третий накид и опять вытаскиваем нашу ниточку высоко. И далее провязываем уже все, что есть на крючке. Вот так у нас остается одна петелька, и мы делаем воздушную петельку вместе с ней. Вот такие вот интересные пышные столбики, как будто собранные ниточки. Еще раз. Накид. Петлю нижнего ряда протаскиваем высоко. Опять накид. В эту же петлю еще протаскиваем. Накид. В эту же петлю еще высоко протаскиваем. И теперь уже рабочую нить провязываем через все петельки на крючке. И закрепляем воздушной петелькой. Вот такой вот интересный столбик получается, и он действительно пышный. Так и называется — пышный столбик. Как у вас получился этот элемент, напишите в комментариях. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на уведомления, чтобы получать уведомления о новых видеоуроках. Всем легких петелек, пока-пока.